Приветствую вас, возьмем гости, братья и сестры. Хочу записать видео, которое очень нужно и важно. Это коснулось меня, моего близкого человека. Поэтому даже рекомендую вам поделиться этим видео. При всем том, что это человек взрослый, все равно вот рассчитано на такой шок. Мошенники позвонили на домашний телефон и стали говорить, что ваша дочь сбила человека, ДТП, ребра сломаны, губа порвана и тому подобное. Нужны срочно деньги на эту ситуацию, там, чтобы ее не посадили. На заднем фоне отдаленно как-то кричит, в кавычках, эта дочь. То есть примерно люди даже предполагают, что есть эта дочь и тому подобное. И как следствие, когда уже человек находится в смятении, говорят, вот мы сейчас подъедем, вы же там на похороны готовились, и подъедем, не переведите нам даже. Такое бывает. А подъедем, и вы нам вынести. Благо, что дочь приехала, матушке ей 86 лет, и она смотрит на нее, не поймет, она вся целая, никаких проблем нет. Все получилось, ну, с Божьей помощью, да, не произошло никаких передач денег, и она успокоилась. Но момент, человек, давление человека, пришлось скорую вызывать. Я понимаю, что нечестивые люди, лукавые люди, бесом ведомые, но мы должны, я никогда не думал, что, ну, вроде бы это элементарно, понятно. Позвони дочери, позвони там мне, чтобы решить этот вопрос. Но у человека шок. У человека, человек уже не осознает, что как делать, быстрее вот отдать и все. Поэтому эти вопросы нужно проговорить со своими близкими. Не только, может быть, со старшими, которые, на которых это рассчитано, что эмоциональный такой момент, но в том числе и на детей, и на своих близких. Объяснить, что такое есть. Проговорить в очередной раз, чтобы не было спонсорства этих нечестивцев. Я вам желаю спокойствия души, чтобы в вашей жизни с вашими близкими такого не происходило, потому что последствия могут быть совсем другие, летальные, от переживаний человека, может быть, инфаркт и тому подобное. Храни вас Господь, поделитесь этим видео, буду вам благодарен. Аминь.